столичном аграрно-технологическом колледже вручили дипломы выпускникам. На торжественную церемонию пришла Галина Антюфеева. Зампредседателя Верховного Совета в свое время с отличием окончила этот техникум по специальности агроном-плодовощевод. Вас впереди ждут уже рабочие места. Вас с нетерпением ждут руководители предприятий, которые ожидали ваш выпуск. И я уверена, что те знания, которые вы получили в одном из лучших учебных заведений нашей страны, Приднестровья, конечно, помогут вам. Колледж выпустил специалистов по 9 направлениям. Самое востребованное направление – агроном. В последнее время популярными стали специальности ветеринария, цветоводство и ландшафтное строительство. У нас свое хозяйство, свои поля, поэтому работать есть где. Мы выращиваем в основном зерновые культуры, кукурузу, еще подсолнечник, пшеницу, ячмень. Садово-парковое и ландшафтное строительство. Это одна из таких профессий, которая привлекла, так как она, можно сказать, творческая и очень достаточно интересная. Аграрно-технический колледж открыли больше 60 лет назад. Тогда это был совхозтехникум. Со временем профиль учебного заведения расширился. Сейчас здесь можно научиться ремонтировать машины и организовывать перевозки.